Друзья, всем привет! Это новое шоу на канале FKLNZ, и оно интеллектуальное, в котором мы проверим умственные возможности наших футболистов. Собрали 4 пары, которые будут бороться за выход в финал и, соответственно, за чемпионство. Победитель получает целую коробку чипсов золотистых и хрустатой потаты от нашего спонсора и партнера этого шоу. Правила предельно просты. 3 категории по 4 вопроса с разным уровнем сложности и разным количеством баллов соответственно. Кто знает ответ? Первым нажимает на звоночек и дает его. Если же он отвечает неправильно, он штрафуется на 10 баллов, то есть минус 10 баллов. Соперник имеет шанс ответить вместо него и получить то количество, которое прописано, соответственно, в правилах. Первая пара у нас нападающий Олег Кос против вратаря Жеки Панченко. Начинаем. Как настроение, как ощущение от игры с тем, что будешь с Панченко играть? Та, ну я думаю, не є. З вратарем завжди. Тож я нападаючий, я інвертар, ми завжди, хто вам план на футбольному полі проти один проти одного. Так я думаю, тут буде, все буде цікаво. Вже як настроєння з Косом, суперник сильний, що ж так? Настрій чудовий, Олег, да, достойний суперник. Чого вибрали мене його? Це була твоя ініціатива? Ну, хочеться перевірити людину, подивитись, на що він здатний, не тільки на футбольному полі. Так, ну що, пацани, я думаю, що вибирають по паспорту, як в футболі, правильно, перший категорію, Жека Панченко. Що вибираєш? Давай, вторая ліга 20. Вторая ліга 20. Какое животное изображено на логотипе ПФЛ? Лев. Правильно. У Жеки Панченко 20 баллов. Футбол для девочек 10. Футбол для девочек 10. Средний, скажем так, приблизительный вес футбольного мяча. Кос. Кос? Да. Ну. 100. Футбольного мяча вес, правильно? Да, вес футбольного мяча. Да дайте в руки. Время идет. Подержит. 300 грамм. Нет. Сколько? Жек. Я думаю, грамм 800. Пацаны, вы футболисты. Кто ближе, правильно? Та ніхто із вас не ближе поки що. Так скільки? 420? 430 десь. Ну все, будемо знати. Олежка, вибирай. Ну давай вторая ліга 30. Хто виграв вторую лігу в сезоні 19-20? Подожди. 19-20. Прошлий год, вторая ліга. Блін. Я забыл. Та, ну, ну ладно, пусть будут эти. Кто ж там вышел? Кристалл? Не, не Кристалл. Все, Олежка. Минус 10 баллов. Прикинь, забыли, кто вышел. Та, ну, я не знаю, ВПК Агро? Не. И не Альянс, не? Не, не. Да. Кто еще вышел? Кристалл, ВПК? Ну, там был Тернополь и... Альянс, не, Тернополь точно мимо. Ну, в іншій групі, максимум. Харків теж ні. Верес. Верес, ні? Ну все, вже мінус 10. Ну да, мінус 10. Я думав, вони будуть набирати бали, а не тільки... У кого буде менший мінус? Ну, вилетіло з голови. Хто виграв? Ну ти відповів неправильно, там мінус. Нива Тернополь. Нива Тернополь? Давай же, вибирай. Давай, це всемирне признання 10. Всемирное признание 10. Сколько весит большая пачка, это вопрос от спонсора, чипсов золотистых, которые возле вас? Там не написано, не смотрите, все заклеено. Ну, 270 грамм. То не та цифра, Жек. Да, ну ладно. 100 грамм. Да, Олег Кос. Плюс 10 баллов, Жека минус 10. Идем ноздря в ноздрю. Давай всемирное признание 40. Всемирное признание 40. В каком году появилась гривна? 91? Нет, минус 10 баллов, Олег. Так, я думаю, что там были, расплачивались. Ну давайте. Сначала же не гривнами тоже. Я думаю, что где-то что там было, билеты, всякая фигня. Где-то в 96-м.
когда да. Конституцию принял. Да, да, да. Жека зарабатывает 40 баллов. Самый сложный вопрос получается. Ну, наверное, конституционно же затвердили, что гривна официально в 96-м приняли конституцию. Да, история тут твоя, Жека. Не туда я. Да. Хорошо, поехали. Вторая лига 10. Вторая лига 10. Каким мячом играют во второй лиге? Селект. А полное знаешь название? Я, ну, давай, я знаю. Назовешь полностью, удваиваем тебя. Select Soccer Football. Soccer. Select Derby Star. Это же Derby Star. Не. Ну все, тогда Олегу 10, 10 баллов за Select. Select Brilliant. Ну давай футбол для девочек 40. Футбол для девочек 40. В магазине какого известного бренда работала девушка Роналду до встречи с ним? Сложно. Это Жоржини? Да. Да пусть будет Nike. Если он Nike, я думаю, он там что-то снимал. Нет. Ну, минус 10 баллов. Обидно. Это что-то типа мода, да? Якась... Очень, ну очень известный, очень популярный якась бренд. Типа... Распространенный, в песнях о нем поют часто. Не, ну это подсказка, подожди, я ответил. Ты ему подсказываешь, чтобы он 40 баллов заработал. Так он ответил ему минус, правильно? Да. А, ну все, нормально. Ты не будешь отвечать? Зачем? Ну правильно. Ну все, идем дальше. Правило переписать надо. Удобная позиция у человека. Тестовый выпуск. Воздержался. Давай, чья очередь? Не, ну скажем Прада. Ну не надо мне 10 баллов заплатить. Вторая лига 40. Таня, ну якийсь Гуччи, Диор, да, что-то такое, да? Гуччи, ну ты отказался, сори. Серьезно? Гуччи, да. Вторая лига 40. Вторая лига 40. Сколько команд участвуют в этом сезоне во второй лиге суммарно? Обе группы. Да, так, две группы, по сколько там, по 10 команд, 20 пусть будет. Нет. Серьезно? Больше. 24. Нет. Ошибись. Ну все, не ответили. 32, значит. 32, ну там же по две. 16, по 16, да? Да, звоните друзьям. Да, да слушай, если звонил. Я не знаю, сколько команд, в какой группе. У меня зато. Друзья вообще, ну... Там же каждого року меняют. Англию, они в Англии могут сказать. Ну давай, всемирное признание, 30. Всемирное признание 30. Что общего у мяча и гвоздя? По нему бьют. Да, засчитаем, да. Правильно. Оба можно забить. Алло. Да. Молодец, Женя, молодец. Всемирное признание 20. Всемирное признание 20. Да, это ты легко сейчас угадаешь. Всемирное признание 20. Три формы глагола быть на английском. Что, глагола, что? Ну давай, цей, на українську проведи. Три форми дієслова англійською мовою. Три форми дієслова, перепрошую, три форми дієслова бути. Бути, да? Дієслова бути, так, англійською мовою. Ну давай, я дзвоню тоді. Можна? Да, кому дзвониш? Та ну в мене знайома є, вона англійську добре знає. Та ладно, репетитор ще дзвонив. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Алло, Ян, привіт. Боже, Олег, як ти розумієш? Чекай, пап. Ян, дивись, я зараз тут знімаю, мені треба сказати по-англійськи 4 якихось там неправильних слова бути. Неправильних слова бути? Так, да, синоніми, що вони там, глаголи, коротше, 4 слова. По-англійськи боже. Бути, слово бути, типу, ну скажи щось, що ти знаєш. Тобі. А? Ну, тобі, це просто бути. Тобі. Раз. Але я не розумію такого питання. Далі, перечислюй далі, ти от правильно сказав. To be able to. Ні, дай я помогу. Дай, Жека скаже условия. Да, привет. Надо, короче, от эта табличка неправильных дієслів, три форми слова be. А, тобі треба форми слова? Ну да, да. Просто Олежка не совладает чуть-чуть с вопросами. Окей. Форми слова to be.
Was Verbin. Все? Да. Все, полностью назовет все сразу. Давай все сразу перечислим. Ты услышал, давай, скажешь ты, повторишь. Так, то є чотири форми. To be, was, were, be. To be – це є перша колонка. Так, to be, was, were, друга колонка і be – третя множина. Все, знаю. А been – це є третя колонка. Все, сестричка, дуже дякую, ти мене виручила. Все, дякую тобі. Ух, ну ти домучив, молодець, 20 балів за роботу. Красава, Олег. Так що, у нас рівна гра? Давай. Футбол для дівчинок 20. Жек, ти поставив лише. А що там, буде мені теж багато? Несложний вопрос. А що то йому дали мені, ні? Бо я сам собі зробив. Олежон, звісно, мій футбол. Футбол для дівчинок за 20. Хто виграв Лігу чемпіонів в 2010 году? В дівчинок чи в панчик? Отже, нормально. Мужскую, если ты скажешь, что у девочек выиграл, там то же я жіночі, тебе руку пожму, пойду, ты выиграл точно. Не, ну я знаю, у них там Бенфика. Мужскую лигу чемпионов кто выиграл? В 10-м году. Вот это я знал, такие вопросы будут, я не помню. 10-й год. Ого, это же мне было сколько? 13 лет, кто мог выиграть? Ну ладно, что, надо тебе меня догонять, я скажу, пусть будет Барселона. Нет. Да любую команду кажи. Баварія, Ювентус. Карпати. 13 лет мені було. Ні, ну треба відповідати, ну що ти, я мінусуюся, а ти, блін, за счет этого виграєш. Італія, італійська команда, хто перший? Та ну що, чекай, Лига чемпіонів, італійська команда. Та я відповідаю, я знаю, я знаю. Та я теж знаю. Та нажимай, Жек, відповідає, не буде. Ювентус. Інтер. Да. А ну не чути. Конечно, ноль, Жек. Так, ну последняя категория. Футбол для девочек за 30 остается у нас. Тут надо подумать. Давайте сделаем так. Без звоночка. Просто накидывайте варианты тоже. Кто первый отвечает, правильно. Тяжелый вопрос? Давай, да. Ну, тут понятно. Надо накидывать, тут такое. Ага. Из-за чего Гренландия не может вступить в FIFA? Потому что это считается колонией и землями Великобритании. Ничего себе ты завел. Что, не? Нет, другой ответ, попроще. Потому что у них нету команд там. Близко. Они в футбол не играют, там мало команд. Нет. Или мало людей вообще в целом. Олег, ты будешь? Я же тоже хочу участвовать, скажи, что там. Так, почему не Гренландия не может выступать куда? Она не может вступить в FIFA, она не может стать членом FIFA и сборную свою заявлять на чемпионат. То не хватает футболистов для сборной. Потому что нету команд. Чемпионата не проводятся в Гренландии. Ну из-за чего? Есть примитивная причина есть. Более примитивная. Нету из-за полей чего? Футбольных, не могут там играть. Да, да, да. Нехватка травы в Гренландии. Молодец, Женя. Все, я на супергру, давай. Супер вопрос остается у нас. Умножаю... Не, давай так. Вот это мы сыграли сейчас чемпионат. Я да. Выиграл чемпионат. А вот этот вопрос это кубок. Пусть Олежка что-то выиграет. Давай, давай. Так, друзья, минута у вас будет на то, чтобы накидывайте, перебивайте друг друга. Судья утром компенсировал к своему будильнику 6 минут. Почему? Спать хотел. Что, добавил? Добавил. Да, да, добавил к будильнику 6 минут. Продлил его на 6 минут, можно так сказать. Судья. Футбольный судья? Да. Потому что вчера он судил игру, добавил 6 минут. И когда приехал, получается, поспал меньше на 6 минут, чем должен был. У него жесткий тайминг. Ну да. Ну типа вот мне надо проспать 8:30 ровно. А вчера что-то заминка случилась, 6 минут добавил, и надо чуть добавить еще. Нет, ну хорошая ответ, честно, мне сподобалось. Да, хорошая, да. Ты глубоко очень ровно. Да, ты тоже близко рядом. Сильно, да. Ну чуть проще. Додав 6 минут, бо хотів виспатись, це дуже така примітивна, да, відповідь буде. Ага. Давай пока мы просто не ответим, это нам тайминг не ставить. 6 минут. 6 минут, почему? Судья встал с утра и добавил 6 минут. 6, ну с числом 6. Что это ночью быть, много да? Замен было. Ну типа. Ну первое слово близко, близко. Первое ночью. Слово. Ночью овертайм был у него. Овертайм? Да. Ну типа планировал 2 тайма, а тут хоп, захотелось 3 еще правильно. И надо 6 минут, как раз 6 минут, типа вот и поспал. Ну, не, ну близко, но не.
Ночі. Що ти знаєш ночі произошло? Щось ночі у нього там процес тривав 6 минут, може, ну, це, да? Да, да, от рядом? Да, вже теплее ви нагадали. Я просто слово не хочу то говорити. Ну. Ні, ну говори, не, запікаємо. Не то, да? Запікаємо, ну там ні, ні пошлостей там нету. А, нема пошлостей. Тоді мені не близько. Мені не туди пішли. Ночі, що ти, смотри, ночі, давай вместе. Жека, помоги, давайте вдвоєм на Олега зіграйте. Да, ну, так я ж дай передачку голіву. Ночі, що ти, от футбольний суддя. Ну, апріорі нехороший чоловік уже. Согласен. Ночью, что-то происходит с ним ночью. Ну. И он встает такой, ага, 6 минут добавлю. Ну, дебильный вопрос максимально. Там нормальный. А відповідь, якщо буде дебільна, то я не знаю, вообще, Андрюха. Ну, давай думать, думать логично. 6 минут, что-то так, случилось. Ну, третий минут. Тайм не заходит. Давай, повторяй питання, и вот воно... Там щось є якісь... Я утром компенсировал к своему будильнику 6 минут. Почему? Минуты, ну, 6, 7, 5 минут, не берем в расчет, там, плюс-минус, там, 6 минут. К своему будильнику? Да, да. Тут привязки нету к тому, что это прям 6 минут. Ну, понятно, к своему сну, типа, добавил из-за чего-то, потому что не выспался он ночью. Кто-то заходил в гости к нему, и он вставал. В туалет вставал. О! Вставал, да. В туалет и добавил, да, время, типа, на эту паузу. Да. Побеждает у нас Жека Панченко, выходит в полуфинал. Я не планировал выиграть, но думал, цікавіше тобі конкуренцію. Да, організація, конечно, подвела, да, чуть. Все, да? Сегодня без цього. Олег молодец. Олег молодец, гарний футболіст і хороший матч. You play things that you do on somebody else. But they all see, but they all see.